Сахары. Чудный отель. Где-то здесь должен закончиться. Мы приехали в отель в пустыню Сахару. Прекрасный отель, на самом деле, он мне больше нравится, чем наш. Вот напротив него роща из этих пальм. В общем, здесь клево. Даже несмотря на то, что заблудиться. Я вот уже давно хожу, никак не могу найти вход на второй этаж. Что найти, маму? Там лестница есть. Я даже ничего не заметила. Очень красивые яркие цветы. Пахнет вкусно. Ладно, теперь главное найти наш номер 11. Долго еще идти, видимо. Нет, я думаю, не там. Сейчас в 6:30 пойдем одеваться и поедем на верблюдах. Что-то мне подсказывает, что там я опять ничего не найду. Интересно, по крайней мере, стрелять. А то я тут на лестнице держусь. Наша группа собирается отправиться в Сахару покататься на верблюдах. Мама, я тебя не узнала. Прелестно, прелестно. А где папа? Ой, Алёша. Алёша. От тебя глаз не отвести, просто. Ничего себе. Мы решили принять уже мастер. Нет, я падаю. Ну, сейчас я тебе помогу. Подыграть. Так, я и не заметила, как это было. А вы что, заметили? Да. Бедуины в автобусе. В автобус с русскими. Бедуин Шелагин едет кататься на верблюде. Таксир! Такси этой стороны. А сейчас мама. Смотрите, двумя руками. И так далее. И так далее. Шучу. Не, я хочу, но я боюсь. Я не трус, но я боюсь, да? Все равно не боюсь. Дабла. Ой, ё-моё! Не, нас так, чтобы иди! Хлота! У меня белый верблюд, его зовут Насру. Погонщик у нас на осле. У меня одного белый верблюд. А Яна едет зато на Менхес. Зато у меня волосатый, в отличие от некоторых. И помоложе. Кругом пустыня. Сейчас начнется песчаная буря. Но нам ничего не страшно, потому что мы на кораблях пустыни.
что они там задумали. Почесаться хотел? Он хотел, видимо, почесаться. Солнце садится, темнеет на глазах. Верблюды возвращаются. Где там мои? Привет. Ну как? Супер. Мы на белом верблюде. Нет, я не взяла сумку. А куда они у тебя кончились? Она что? Ты же в шортах. А мелкие в смысле? Вы потом поменялись, да? Ну ты еще поцелуй, Яна. Снимай, снимай. И ослик. Алёш, я на камеру снимаю. Вообще, у нас такие классные верблюды. Самые лучшие? Мне белый больше понравился. Он так плавно плывет вообще, а этот что-то все подпрыгивал сюда. С кем сфотографировались? С лисом? С лисенком. А где вы взяли лисенка? А там предлагали все. Соляное озеро. Пойдем попьем соленой водички. Как, Ян, попробуй. На вкус. Это такая жесть. Не понравилось? Ужас. Очень соленый. Восхода солнца. Ну что, Алёш, там солнце еще не взошло. Вот оно, солнце взошло. Подтягивается. Сейчас 5:20 утра. Ждем, когда встанет солнышко. Похоже, что встанет она вот где-то вот там. А вот сзади меня народ, который ждет, когда встанет солнышко. Сейчас я его покажу. Ну что, не встает еще солнышко? Встает, но нам пока не видно. Вот стоим, мучаемся, не знаем, то ли смотреть, как солнце встает, то ли бежать с финики покупать. Здесь прошел большой человек.
И у него почему-то только одна правая нога. Достаточно свежо. Утром в пустыне очень даже так. Прохладно, мне казалось. Алёш! Наш номер 8. Яна садится. Ян, садись в серединку. Ваши первые впечатления? Ну да, не лениво было, слышишь? Игорь, давай поглядим. Звездные войны. Ой, смотри, я просто. Что это за штукое? Красивый каньон. После этого будет смысл ходить, потому что видит источник пресной воды. Ходить по этому естественному оазису, увидите водопад. Можно принимать природный душ, потому что к тому времени осталось будет появляться у вас от похода по горе. Все, после этого продолжайте по этому естественному оазису. Обозревать местный водопад.
Ого, ну нифига себе мощь. Что падает недалеко? Через него перешагнули. Ого, какая гора. Водопад. Наше море просто супер. Просто супер. Аж по колено. Море Туниса is the best. Вон там буйки. Да буйков аж по колено. Глубоко, однако. Наш прекрасный севью. Ну, море где-то там. А это наш севью. Древнюю амфору. Какого там века? 7 века до нашей эры. 7 века до нашей эры. Да, она не так и написана. 7 век до нашей эры. Made in Tunisia. Made in 7 век. China. 2007 век. Made in China. А гляди. Кто это там живет? Ты снимаешь или что, блин? Снимаю. У тебя... В этой амфоре живет червячок. Это дискотека в соседнем отеле. А вот здесь вот спят мои детки. Спокойной ночи, малыши. Чего? Сколько времени? Да полдвенадцатого! Сколько? Полдвенадцатого! Спасибо! Спокойной ночи! Чего? Спать. Уже поздно, завтра рано вставать. Что? Что ты сказала? Извини, я тебя не слышу. Я говорю, спать пора. Спи давай. А? Спать. А? Вот здесь мы 9 дней. Смотри туда. Вот здесь мы 9 дней принимали пищу. А это мой любимый котик. Угу. Самый красивый. Мам, крошурика не забудь. Здесь, из местных. Да, он тут спал сладко, мы пришли ему помешать. У нас тут вид на море. Завтра улетаем. Наконец-то. Рейсом 288. И 2 недель не прошло. Тебя плохо видно против. Аня. Аня, я к тебе еду. И Федя, и Лиза тоже. Стаканчик. Ну что ж, выбирайте, что вы сегодня будете пить? Вода, вода или вода? Да, кто что будет пить? Вода в большом стакане, вода в поменьше и вода в самом маленьком. Ну на самом деле это спрайт, это вода, это что это? Белое вино. Красавец, красавец. Завидуй, Шурик, завидуй. Да, Шурик, завидуй. Там далеко в море народ купается. Можно, конечно. Плавает просто, захлебывается. Ага, по колено. Он хочет погладить. По пятку. Пофиг ему поглажа. Папа, скажи что-нибудь. Ваше здоровье. С Новым годом. Всех поздравляю с нашим скорым возвращением в Россию. Ура! Ура! Завтра отбываем. На родину. Посмотрели этот несчастный Тунис. Находимся в диком-диком восторге. Но хотим домой. Вот именно что, в очень диком восторге. Просто жесть. Да. В номере тараканы. Да, кстати, мы сегодня поймали таракана. Вот, вот так... такие маленькие. Большого. Да. Вот такого. Севью. Просто прекрасный. Просто чудесный вид на стену соседнего отеля. Сервис великолепный. Вода из-под крана. Вода из-под крана. Да. Приятные люди обещают все время сменить номер. И вообще все обещают. Обещают сменить. Не знаю, может быть, завтра и сменят. А главное, что они не ругаются. Заметили, да, что они очень добродушные? Все делают так, как считают нужным.
Огненное шоу вчера было великолепно. О, да. Ждали 2 часа, потом вышли туристы с факелами, зашли в бассейн, походили кругами, вышли, и потом мы долго-долго провожали их оглушительными аплодисментами. Еще нас облили керосинчиком, подожгли, ну, в общем, было весело. Да. А потом мама попросила ликера, маленькую рюмочку. А да. Он мне налил 2 стакана и взял с меня 30 динаров. 30 долларов. Это 20 долларов. 20 долларов. 600 рублей. Оказалось, что это гадость, и пить ее невозможно. А в целом все хорошо. Великолепное вино. Мясо просто прекрасное, особенно на сегодняшнем обеде. Оно очень вкусное, такое розовое, такое непрожаренное, просто перфект. И зато у них никогда не будет проблем с солью. Соли завались в этой стране. Даже себе не представляете, как задолбала эта фигня. Летает и садится, и летает и садится. Ай, по руке ползет, гады. Ай. Вот видите. Они раздвоились. Я, ну это неинтересно. Ты! Кири, 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 кири. Косяра. Какой злобный взгляд. Море такое же, хотя они на другом конце. Завидуй, Шурик. Третьего тысячелетия до нашей. А чтобы посадить цветочки в лавриков? Нет. Вот. Просто ну, у нас амфоры-то нет. Вот это вот наша столовка. Яна, убери глаз. Это тетя с жуткой хлоркой. Все время портит аппетит своим запахом. Сейчас нам папа купит водички. В отеле, где все включено, нужно лучше покупать водички. Сейчас упадет. Прекрасный бассейн у нас тут. Прозрачный. Как раз для маленьких детей. Просто прекрасный. Ну и что, что я сейчас Иби покрылась? Ну и что? Ну и что, что он чуть-чуть мутноват. И там куча песка. Некоторые туристы в нем моют почему-то ноги после моря. А почему же не так? Прикольнее там.